Мое уважение, друзья. Мы в Лиманске и играем Stalker Чистое Небо мод Время перемен 2.5. Я попрошу вас подписаться, нажать колокольчик, любой комментарий. Лайк свой царский не забудь. Продолжаем играть. Так, разведать дорогу через Лиманск. Пацаны, помогите, дайте аптечку. Друг помирает. Пацаны, помогите! Натуре, спасибо за аптечку, братан! Ты ранули меня, пацаны! Засада тут рядом, типа два ша. Отметка уже должна быть у вас на этом, на ПТА. Ладно, живите, уроды. Только чтобы глаза мои вас больше не видели. Так, и развед дорогу через Лиманск. Ага. Монолит. В принципе, локация не особо большая, но есть где походить. И тут чистое небо. Обязательно сохранимся. Так, сейчас будет засада, да? Твою мать. Хуя себе. Ёб твою мать. Что-то тут прям... Блять, в Лиманске уже, блять, бандиты. Ни хрена не пойму, кто откуда стреляет, чё вообще. Так. Ну и в заваруху мы вляпались. Значит, смотри, на балконе, в доме слева, пулеметная точка. Садит так, что мама дорогая. Если сможем ее вынести, попробуем пройти дальше. Я отвлеку огонь на себя, а ты давай в доме и сделай этого, который за пулеметом. Начнешь по моему сигналу. Я думал, кто меня садит? Ёханый бабай. Так.
Так, еще тут, сука, один где-то есть, да, походу? Да как... Я что-то нихера не просу вообще. Как они-то попали, вообще все позабывал нахрен. Блин, кажется... Блин, кажется, здесь все снизу. Да. Блин, надо же, бандиты какие-то, блин, так хорошо вооружены, я обалдел. Никаких ништяков. Или есть что-то, может быть, а может быть и нету. Блин, жалко, конечно, ребят, но на войне как на войне. О, вот, глянь, гад пулеметчик. Есть тут что? Всего 11 патронов. Так, это наш. А я его скинул, нахер не нужен. О! О! Вот это вот нормалек. Вот это вот можно будет повеселиться. Так. Естественно, я сохранюсь. Так, что там за... Какой-то тайничок интересный у нас есть. О, даже два. Это прям по приколу. Нет, что-то нельзя тут с собой поторговать. А, я что-то припоминаю здесь. Вон он. Приколюха. А мы тебе сюда вот эту фигню сложим. Она нам не нужна к херам. Даже не знаю, как я вообще ее взял. Ага, ага, ага. Да и эта хренотень тоже мне не нужна. Подожди. А, блин, точняк. Типа я такой взял и типа такой положил. Не, подожди. Все, взял. Теперь это сюда. Это сюда. И... Так, подожди. А, во. Пойдет. Тут заминировано нахрен. Не, вроде не повредит. Так, подожди, подожди. Во, ух ты, а это что? Наверняка тоже же тайник, да? Так. Возьму. Че добру пропадать? Идем, идем. В бревне, походу. Айсвал. Винторез. О, батюшки. Так, мы как сделаем эту фигню? Скинем лучше. Красота. Пускай будет, как отметка.
Лады. Блин, вот жалко, вот все-таки, что тут такие удоцкие эти, блин, прицелы, вообще фигня. Так, валим, значит, сюда вот так. Ох ты. Мертвый город Лиманск. Шикарно. А, это монолит вообще был. Приколюха. Кстати. Мне жратва нужна. Блин, столько валов всяких. Валов. Обалденно. Все фуфло. Так, хрен с ним. Так. Уничтожить противника на перекрестке. Ух ты! Твою мать! Завалили, не завалили, но сохранюсь. Блин, сколько здесь монолита. Стопудово сейчас где-нибудь кто-нибудь сидит еще, жучится. И у всех вал. Бля, тяжелая пушка на самом деле. Валит на ура. Это благо у меня экзоскелет. А то все, был бы мандец. Бля, ребят. Стойте вы на месте, блядь, пока вас не порешали. Я тут как-нибудь сам. Анархия свободовская, да? О! Тут даже этот, как его? Абакан. Да нахер он мне нужен. Вот жратву я возьму. Жратва мне еще пригодится. Бинты, гранаты. Это все мне пригодится. Блин, точняк. Чуть я вообще не пользуюсь. Ага, отлично. Только патронов, что усраться можно. Ясно. Сохранился я на всякий случай. Подожди, это свобода.
тут свободу покрошили, оказывается. И, конечно же, лаги. Само собой. О, и долг. Ну тут типа чисто такая война группировок. Друг друга покрошили. Блин, а нахрен мне столько гранат, и все, у меня вот эта фигня есть. Точняк. Так, да где они, блин? Вот они. А, стой. Вот так, да. Помнится, они тут или где-то еще. Вот так сейчас сделаем. Опа. Не, эти что-то коробочки, нифига. Понятно. Нет, ну это, по-моему, не совсем тот подвал, про который я подумал. Грач. Хрен узнает, нафига я его взял. О! Ништяк. Доска подсчета. Чего тебе? Ты что хотел-то? Ничего не хотел, спокойней, друг. Но у тебя бабок нет. Лады. Не знаю, нахрена я столько всего беру. И он не хочет есть. Допустим. Так. Нет. О, а это что? Тоже нет. Блин, а где-то вот таких вот. Угу. По-моему, кстати, вот это место было какое-то, по-моему, в солянке. И там была там типа как переход какой-то аномальный. О, блин, вот почему нельзя вот такой? Хоть нахрен я. Так, все, фуфло. Так. Блин, красивая локация. И тут такая жирная аномалия, которая тебя вот тащит и не подавится. Все, довалим. Всякая мелочи куча. Ништяков никаких тут не припрятано. Тупо. Тупо дикая. Дикая радиация, короче. И надо принять препарат. Теперь ништяк, все. О, блин. Да что так?
Ух ты. СВД-ха. Прикольно. Что-то и так уже много всякого дерьма. Вы так не считаете? Куча аптечек, обалдеть. Давай до 30-ки так догоним, и пускай будет. Блин, точняк, нахрен мне. Проще так взять. Куча патронов, обалдеть. Короче, есть чем пострелять. Обалдеть, погоди, это ТТ? Нет, это где-то долбанный глок. Разрядить. И мы его сейчас... У меня, по-моему, Форд и ТТ-ха. Вот, хороший пистолет, мощный. Обалдеть, если так гаражи сделаны. Все-таки обалденная локация. Прям такая очень атмосферная. 37-й дом по улице. В улице. Блин, ни хрена не пойму. Ладно. ГП. Гидрон пожарный. Где-то там колодец. Наверное, скорее всего, вон тот пожарный гидрант. Я просто работаю как бы в этой сфере, там, с водой связанной, поэтому я вот уже профессиональная. А чё, водочка не берется? Вообще, убойный пистоль. Никто тут за мной не наблюдает. Вот 4 каких-то тела. Так, найти командира отряда. Обалдеть. Ах ты, блин. Наемник, ты вовремя. Мы застряли. И ни туда, ни сюда. Они сидят в здании на том берегу, и нас видят, как колонны носа не выходят. Библиев сказал, мост надо взять. Стало быть, хоть как, но мы должны выбить их из здания. Эти сволочи засели в доме напротив. Мы у них как на ладони, так что рыпаться бесполезно. Только ребят зря положу. Мы отвлечем внимание на себя. А ты дуй во все лопатки к дому. Проберешься между укрытиями, а дальше чего объяснять? Вынеси пулеметчика, этот урод нам уже скоро не надо подкрепало. Ну чё, где еще? Я там, кажется, кого-то видел. Так. Так. Прекрасно. Так, 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 так. Подожди, а это за фигня? Я, естественно, не совсем ни хрена не понимаю, нафиг мне эта фигня. Да. Прям печаль. Походу.
Какой же, блин, громкий этот гром. Это просто жопа жопошная. Ходит тут еще один. Блин, нахрена нам не нужен. Где ты есть, гад? Я тебя видел, что сюда уходил. Где-то этот чмошник тут есть. О, да действительно. Прям вы, ох, как их раскромсали. Че они там? Идут, нет, сюда. Молодцы. Сейчас, так сказать, локацию они заберут. А мне, по сути, не сюда. Мне туда нужно. Ну. Крутотень какая. Так. Так, подожди. Блин, а, во. Вот сюда мне надо. Монолитовцы. Ух ты, какая-то аномалия перемещающая. Естественно, я сохранюсь. Мне казалось, что тут кто-то что-то... Не.
Если я тут в воду попадаю, по-моему, мне хана. Если честно, что-то я подзабыл. Сохранюсь, пожалуй. Ага. Вот так вот, то есть ничего вроде бы страшного. Так, а по приколу еще разок сюда. Да, да, да. Значит, просто... Вот так вот получается нужно. Ух ты. Это типа вот перемещающая аномалия, пол автобуса резанула. И вот она лежит. Хе, а все прикольно сделано. Подожди, что-то как-то... Ага. Не, все правильно. Да-да-да-да-да, по-другому тут, походу, никак. Прям... Прям квест такой. Так-с. Не знаю, зачем мне сюда, зачем я сюда иду, но вот что-то захотелось мне пройтись именно сюда. И, конечно же, я тут ничего не могу сделать. Угу. О! Труп вояки. Но он наверняка же здесь как отсылка к чему-то. Типа кровь, вот убитый, он тут прям в углу. Как будто его кто-то сюда-то вел и завалил просто. Ох ты! Найти путь через строительную площадку. Ага. Я понял, понял. Ну, то есть я мог тут, мог вокруг дома. Короче, как нравится. Помню, в Солянке тут всю голову. Там есть такие фигни, как бы такие задания, что нужно найти рюкзак там с какими-то, блин, документами, бумажками. Ну, такая вот, блин, чисто вот задание на принеси-подай, вот такая вот. И вот я помню, тут нужно было изгаляться, и вот здесь вот дырочкой лежал этот рюкзак. Типа загадки разгадываешь. Ну, я думаю, много кто играл, видел. Короче, сколько же дрочи было со всей этой фигней. Естественно же, я смотрел, как... Блин, другие люди проходят, иначе, блин, я бы никогда в жизни не додумался, как это все. Блин, найти эти рюкзаки, эти просто нереально. Сейчас я тут пройдусь, там сям, просто самому интересно. И, естественно, ничего интересного нет. ЛРС-дуга, да? Правильно я понимаю?
Или я что-то путаю? Так, не зря сохранился. Ух ты! Обалдеть! Сохранюсь я на всякий случай. О! Да, блядь, как они меня валят-то, и гром просто уши долбит. Так, минус один. Где же еще хоть кто-нибудь? Да, гром тут вообще пиздец, блин. Просто других слов нету. Обалдеть. Так. Прогресс, конечно, у меня. Надо просто лишних патронов избавиться. О, более в ближнем. О, убойные патроны. Что там?
Они потихонечку сейчас сами подойдут, и я их покрошу. Мне вот прям хочется именно с пистолета пострелять. Я думал, все, мандец. Естественно, сохранился. Да. Хватит тебе, не мучайся, дружище. Блять, он прям нормально так мне влепил, гад. Где ты есть? Обалдеть, вот это пистолет, вот это моща, с одного патрона, один выстрел и труп. ТТ это прям убийца монолита. Обязательно, ребят, сохраняемся, не забываем. Так, по всему видимому я монолит прошел. Ага. Это чистое небо. И, скорее всего, они ждут, когда я их здесь порешаю. А я их уже порешал. И таким способом как бы захватят точку. Так, подожди, не туда. Да твою мать. Просто сбоку обходишь и все. Прикольно. Ага. Блин. О, а ты кто? Просто вояка. Типа завалили и все тебе. Короче, нужно вот тут спускаться. Чё-то я тупанул, да-да-да. Так. Иди пути, если ты на площадку. Блин, кажется, вот здесь вот, по-моему, должны быть монолитовцы, если не ошибаюсь. Так, у нас бойцу.
Ух ты! Так. Ну, как говорится, вперед. Сейчас, чуваки, потерпите немного. Блин, я забыл, тут можно пройти сквозь здание? А, да, так и сюда и надо. Так. Как-то на крышу можно. Я это все дело припоминаю. Так, помню, помню. Сохранился. Ага. Так. Так, получается что? Получается все? Нахрен не усрался. Тяжесть такую таскать. Друзья, я думаю, мы на этом пока закруглимся. Мы прошли весь Лиманск. Я прям вспомнил, прям ностальгия, как это было у меня в первый раз. Поэтому, если ты, друг, дошел до этого момента, я попрошу тебя подписаться, если ты не подписан, нажать колокольчик, лайк твой царский и абсолютно любой комментарий, даже если я мудак. Поэтому всем удачи, всем пока.